Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев, а в гостях у нас Джеймс Бонд. Джеймс Бонд Советского Союза, так называют Льва Прыгунова. Здравствуйте. Я так понимаю, что это с подачи Бродского вас так окрестили. Да, никто меня не называл, кроме него, Джеймсом Бондом. Я целый фильм видел, который называется «Джеймс Бонд Советского Союза». Дело в том, что когда меня вербовали в КГБ, так. Часов шесть меня, значит, прессовали, что только не придумывали. Это, я уточню, какие годы это было? Это был 77-й год. Ага, вторая вербовка. Первая была в 72-м, вторая была в 77-м. И что только они мне предлагали, ездить по всему миру будешь, и все это. Я говорю, это самое. Знаете что, давайте. Я не люблю их самодеятельности. Давайте я просто... Примите меня в школу КГБ, я ее пройду, получу этот... Они говорят, что вы над нами издеваетесь? Или, в таком, или другой вариант. Ага. Дайте мне профессионально, так я буду любителем, а так я профессионально сыграю вам Джеймса Бонда. Вот. А они опять тоже, значит, это... То есть кончилось тем, что они сказали, ну вот смотрите... Теперь вы никуда не поедете. Я никуда не ездил вообще. Uh-huh. Мне только чудом дали возможность сниматься в ГДР. Uh-huh. Я снимался там в 5-6 картинах. А потом им это было очень выгодно, потому что первый фильм, в котором мы снимались с Анатолием Кузнецовым, uh-huh. моим хорошим товарищем, потрясающим человеком, актером, конечно. Вот. А зарплату давали... При всех. Вот приезжала, у нас на натуре съемки были, приезжал бухгалтер, приезжал кассир, и на глазах у всех платили деньги. Мы с Толей Кузнецовым расписывались за 900 марок, угу. и на руки получали 60. Угу. И для всей группы это был фантастический шок. И после первого дня они нам с Толей объявили бойкот. Никто... Немцы. Немецкие. Бойкот. Нам объявили. С нами никто не разговаривал. Потом выяснилось, оказывается, что они бьются за то, чтобы им платили столько же, сколько в Западной Германии, потому что там в 10 раз меньше платили. Угу. А мы позволяем себе платить в 150 раз меньше. Штрейхбрехеры. Да, штрейхбрехеры вообще. Что такое? Но когда мы им объяснили, что 60 марок в ГДР это ровно в 2 раза больше... В 3 раза больше, чем мы получаем в Москве, они так вроде сделали вид, что поверили. А вообще, в принципе, советское кино и нынешний кинематограф, оно ведь отличается не только актерской игрой, темпом, но и тем, что сейчас фактически нет цензуры по сравнению с советскими временами. Ну, смотря какой цензуры. Так. Цензура в России была всегда, есть и всегда будет. Так. Извините меня. Даже в ельцинские времена? Конечно. Так. Попробуй скажи против Ельцина что-нибудь. Ну, там говорили, там где-то на... Ну, меньше было, конечно. Нет, конечно, не было. Но дело в том, что в советские времена это была просто катастрофа. Ну, вот... Я снимался в фильме «Утренние поезда». И там была такая сцена, была, называлась «Сцена у мотоцикла». Актеры, актрисы стояли, он говорил, скучно. А тебе что, со мной скучно, говорит актриса? Нет, это так абстрактно, он говорит. И вот объясняю, фильм хороший. Ну вот душок какой-то вот у нас в сцене. Какой душок, молодые? Говорят, ну, встает старый еврей и говорит, ребята, а человек 40 было, я случайно попал на это обсуждение. Выкиньте вы слово абстрактно. Почему? 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 Всего 2 месяца назад Никита Сергеевич выступил против абстрактной живописи. Вот как. И 40 человек, взрослых людей, я могу сказать, идиотов,
Они просто идиотов пошли на это. И, значит, и фильм выходит такой. Он говорит, скучно. Он говорит, это что? Тебе со мной скучно? Да нет, это я так вообще. Посмотрите, это вы увидите. Один раз в моем фильме цензура угадала. Был такой фильм «Поиск» Одесской киностудии. Ну, там много снимались, на Одесской киностудии много снимались. Да, потому что моя карточка была вынута из Мосфильма. На Мосфильме я не снимался несколько лет. Угу. Вот, был запрет. Угу. И там была такая сцена, по деревне шли три трактора. Ты знаешь, как это потом остался один трактор все-таки. Убрать. Ты просто был 67-й год. Почему убрать? Человек. Танки человек в городе. Это ничего. По селу. Угу. Это сказал редактор. Редактор студии. Убрать. Танки в городе. Через год наши танки вошли в Прагу. 68-й, да. А вы сказали, ваша карточка была изъята. Это что значит? У вас не было в базе, да? Дело в том, что, да, в базе Мосфильма. Угу. Это было после того, как в кинофильме, очень важной для Советского Союза была, это первая совместная работа с Италией. Они шли на восток. Да. Я играл одну итальянцы из главных ролей. Да. Тоже, если... Многим, может быть, надоест разговор о деньгах, но, значит, на эту роль хотели взять знаменитого тогда актера, который потребовал миллион долларов за эту роль. Слушай, но ни Мосфильм, ни Галатея на это не пошли. Галатея – это итальянская сторона, да? Галатея – итальянская сторона, но американцы тоже имели долю в этом фильме. И тогда американцы прислали актера за 150 тысяч долларов. Значит, уже с ним подписали контракт. Но режиссер, когда я увидел, категорически отказался сниматься, потому что у него был один глаз стеклянный, а роль у него была как бы автобиографическая. С крупным планом, да? Вся на крупных планах. Был скандал, приехали, для него написали новую роль, чтобы не платить больше. А у меня директор картины сказал, не бойся, у меня была ставка 16,50 за съемочный день. Рублей или рублей, долларов? Рублей, да. Ага. Вот. Мы тебе повысим ставку до 20 рублей. Угу. Они мне не повысили ставку. Я получил 670 рублей за всю роль. Угу. Вот такие вот. А потом, как мне сказали знающие люди, что отдел ЦК за меня получил там 120 тысяч долларов за мое. То есть я был выгоден. Угу. Добывали валюту. Сниматься в ГДР, угу, в Венгрии. Ну вот этот советский итальянский фильм, он же снимался в Советском Союзе, да, где-то. В Полтаве снимался. Угу. Так вот. И когда меня второй раз мне сказали, что ты никуда больше не поедешь, никуда, и они слово выдержали. Они это кто? КГБ. Чекисты? На Лубянке. Угу. Вот. И на самом деле я не снимался ни в ГДР, хотя там я уже был на хорошем счету. Угу. Мы недавно встретились с Гойко Митичем, как... Да, легендарный Гойко Митич. 50 лет не виделись. Да, Чингачгук. И замечательно встретились. Угу. Вот. И я там давал им большие те самые заработки. Я снимался в 7 картинах, я снялся там. Угу. Они меня не пустили ни в Северную Корею, ни в Северный Вьетнам. На съемки. Северная Корея. Нет. Режиссер, то есть директор бегал, меня пробил. Они даже на концерт в Афганистан меня не выпустили.
Но я ведь правильно понимаю, что вы стали первым советским актером, который снялся в западном фильме. Но вот для того, чтобы никто не знал, кто снялся в это, я клянусь, это только из-за меня. Они сделали бегущие титры. Вот так. Не совместно, вот в роли такие-то. Ну ладно, но лицо-то как бы на экране. Мои друзья выигрывали ящик коньяка или там... Говорили, это Прыгунов, да? Да, что это русский актер. Да, это было факт. Ни одной... Вот чтобы тщеславный Советский Союз, так хвастающийся своими, как бы это... Ни одной заметки, нигде ни слова не было написано, что советский актер играл роль итальянского, главную роль в фильме, в итальянском фильме. Вот это можете? У вас как-то вообще, в принципе, получается, с самого начала прессинговали, потому что вы рассказывали, что дебютную ленту Пырьев пытался остановить. Он не мог ее остановить, она была сделана, но он просто, он ненавидел наш фильм, он ненавидел Миронера, нашего бедного, несчастного, прелестного режиссера. Но он антисемит был известный. Замечательный человек, Феликс Миронер. И он после этого фильма он не снял ни одной картины. И он писал только сценарий, и потом очень быстро умер от сердца. Это был замечательный человек. И Табаков, которого вы называете Лёликом, тоже как-то... Нет, Лёликом его все называли. Так. Я просто повторил то, как его называли, Лёлик. Тоже что-то вас как-то... А Лёлик это совсем другая история. Это совсем другая история. Он мне сделал, в общем-то, жизнь, потому что... Меня встретил на Мосфильме Олег Ефремов. Сказал, слушай, я тебя видел, иди ко мне в театр. Для меня работать со временем, это вообще что-то. Но ты понимаешь, у нас гребаная демократия. Ты должен показаться всему театру. А у меня там друг работал в театре. И он сказал, ты знаешь, Лёлик, что-то очень не хочешь, чтобы ты был в театре. Хотя у нас с ним были очень хорошие отношения. Вот. В общем, ты понимаешь, старик, ты не нашей школы, он мне сказал. Вот, но я с тобой, я говорил о тебе с Толей Эфросом. И вот такое чудо. 58-й год, первый курс у меня в театральном институте в Ленинграде. Мой педагог Татьяна Григорьевна Сойникова говорит, вы знаете, ребята, вы особенно... Губы-то не раскатывайте на театр. Театра сейчас уже не существует. Это уже тогда. Ни Товстоногов, ни Акимов, ничего в театре нормального не сделать. Есть, правда, один мальчик, это я слова, Толя Эфрос в Москве. Вот на него есть надежда. Как она его знала, я не знаю. Но вот она была уникальной человек. То есть он еще не был тогда знаменитый? Никто не был. Нет, мальчик, есть мальчик. Вот на него и сидит. И вдруг мне Лёлик Табаков говорит, ты знаешь, я говорил с тобой, Толей Эфросом о тебе, он тебя берет без проб. Я позвонил Толе Васильевичу, мы встретились, и через два дня я уже играл, через три дня я уже играл одну из главных ролей в его спектакле «В поисках радости» в Центральном детском театре. И два года я проработал в его команде. И это было... Это было величайшее счастье. Во-первых, просто поработать с ним. И во-вторых, после него я не смог работать ни с одним режиссером, ни в одном театре. Я стал свободен и от театра. А для меня свобода – это самое главное. Вот. Я тогда работал после Эфроса. Я два года потерял в театре Станиславского. Что значит «потеряли»? Полностью. Самый бездарный театр был в то время. Там был режиссер Львов Анохин. Это был просто кошмар. И два года я пытался доказать, что я что-то могу. Нет. И я ушел. Вот. Это в эти годы вы стали живописью заниматься? Нет, это все позже. Позже, да? Нет, я начал заниматься еще в детстве, в 13 лет. Ну, я имею в виду так, профессионально. Профессионально я в 72-м году, в 71-м году сделал первый рисунок ГДР. С чего так вдруг? Вот почему вдруг такое вдохновение? Ну, во-первых, я выбрал Ленинград
для учебы, только для того, чтобы ходить по Эрмитажам и по музеям. И я увлекался тогда симфонической музыкой. То есть вы просто переехали? Нет, я уехал учиться. Я был в Алма-Ате, я алматинец. Да, я поехал, да. У меня было либо в Москву ехать, либо в Ленинград. Я выбрал Ленинград только из-за архитектуры, из-за симфонической музыки и из-за третьего этажа Эрмитажа, где были импрессионисты. Угу. Которые, кстати, тоже... Моя сестра в Алма-Ате работала в Центральной библиотеке. Книги по импрессионизму были под запретом. Слово «импрессионизм» равнялось фашизму там, и прочее, прочее. Это в начале 50-х годов это был запрет. И она мне давала альбомы импрессионистов. Я смотрел там, я был тогда совершенно очарован. И когда я приехал в Ленинград, я был просто потрясен этим. Вы когда упомянули сестру, я вспомнил сразу, ну, про вашу семью. У вашей мамы 13 было братьев и сестер. Да, она была 12-я. Она 12-я была. Последняя, да. То есть это у вас тетки, дядья, да, но, в ассортименте. Да, но дядьев, значит, в первый же день войны убили. Всех? Ну, там было двое, да. Uh-huh. А третий остался там, потому что он был блистательный доктор. Uh-huh. И он лечил всю губернскую эту самую начальство и всех их жен и любовниц. И поэтому и они его... А всех остальных они... А мама очень хотела быть учительницей и осталась там. Все уехали, сбежали в Ташкент. Весь наш род. Угу. Там кто-то еще при жизни умер. То еще осталось, в конце концов, осталось 6-7 человек. И все-таки ее в 28-м году, ей было 18 лет, ее все-таки арестовали. Как мой дед был священник. Угу. Как поповского отродья, значит, ее и посадили куда-то. И какой-то молодой парень, который был в нее влюблен, она была красотка, ее ночью отрыл как-то из подвала, из этого, посадил в лодку, и она 60 километров ночью по Исети спустилась до Ялуторовска, там вышла, села в поезд и уехала в Ташкент. Угу. А его через два дня расстреляли. А почему? То есть узнали, что это? Да, да, нашли. Ну, там быстро очень легко было найти. Угу. Вот такая вот история. Вы еще как-то говорили, что и гибель вашего отца не случайно, намекали, я что он, возможно, был убит. Я абсолютно Кем? Был убит. Он был блистательный биолог. Так. И он был абсолютный, он не скрывал, он никогда не думал, что будет гонение на генетиков. Да, угу. На генетиков. Он называл себя генетиком. Он говорил в открытую, что Лысенко – это пройдоха и прочее, прочее. Угу. Вот. Но он не успел это сказать. Его дивизию из Калининграда отправили в Маньчжурию. Угу. Война кончилась, и он еще год, а я целый год ходил его встречать. Мне говорили, да нет, он же... Он говорит, мне же говорили все время, что война кончится, вернется папа. Угу. Да. Для меня тоже была мука. Так. И он в результате он в какой-то экспедиции сорвался? Нет, сначала было другое. Сначала он приехал, так. И в 47-м году, он всего полгода прожил, угу. И в 47-м году, а в 47-м году уже начиналось гонение на генетиков. В 47-м году его просто, как это называется, ссылают в ссылку на границу с Китаем, угу. В пустыню, Павлодарскую область, директором, причем безоговорочно, у нее выхода не было никакого, mm-hmm. директором детского дома детей врагов народа. Mm-hmm. И там были все, и украинцы, и чеченцы, и ингуш, у меня даже был друг ингуш там, и немцы поволжские дети. Mm-hmm. А все село, называется село Ленинское, mm-hmm. Село Ленинское было из немцев, высланных из Поволжья, уже советских немцев. Mm-hmm. И там всего было 20-30 домов там. Вот. И мы прожили осень и часть зимы.
И на наше счастье и несчастье, моя сестра заболела туберкулезом, и мать взяла нас и вывезла в Алма-Ату опять. Вот. А потом она диктовала сестре письма Сталину, Калинину, там, кому угодно, всем великим, угу. Ворошилову, и описывала жизнь отца, что его в конце концов выпустили. Он вернулся в Алма-Ату. А вот в 48-м году началась уже открытая война с генетиками. Угу. Уже сажали. Его. Вот. И весной 49-го года он мог пройти в горах любое, он был очень, 45 лет, господи, угу. Причем прошел столько, все прошел. И без единого свидетеля, ну, у него хватило силы проползти метров, наверное, там, 500, наверное. То есть он упал откуда-то? Да. Или вы считаете, что да. Сбросили его? Я убежден, что его убили. Угу. У меня нет никаких сомнений. Угу. Знаете да, еще почему? Да, да. Они сами себя выдали. Он всего год работал в Алма-Ате, чтобы весь город знал об этом учителе. Нет, не, так его хоронили как героя. Его хоронили весь город. И он, его могила рядом с представителем Совмина Казахстана. Это как с Кировым, понимаете? Ну да, которого Сталин убил, и потом сделали национальный герой. Ну, это вот такая у них... Они очень плохие артисты. Они очень плохие режиссеры. Знаете, мы начали разговор с Джеймсом Бондом. Да. А кто у вас любимый Джеймс Бонд? Ну, конечно, первый. Шон Коннери. Конечно. Да? Конечно. А нынешних вы смотрите? Сейчас недавно вышел. С нынешним... Я снимался с нынешним. Да ладно? Да. Так. Я снимался, кстати, с очень знаменитыми артистами. В 90-х. С Вэл Килмером. Ну, вы злодей там такого играли. Нет, я играл генерала. Ну, значит, злодей. Всегда генерал играл. Советский генерал. Я был генералов армии. Вот. А потом я играл замечательным английским актером, лордом и пэром. Угу. Ну, напомните мне фамилию. Да, ну их там полно этих лордов. Меня вот Джеймс Бонд интересует. Вот когда, с Джеймсом Бондом? Да, вот Джеймсом Бондом. А с ним я должен был сниматься в фильме фильм «Красная палатка». Так. Но поскольку моя роль должна была быть в Италии, меня сняли с этой картины. Это еще в советские времена? Конечно, советские времена. Да. Конечно. И одну из ролей там играл, с Михалковым вместе играл этот самый первый Джеймс Бонд. Шон Коннери. Шон Коннери. Я с ним разговаривал. Да. У меня был свободный язык тогда, угу. И мы с ним беседовали на Мосфильме. Вот. А снимался я еще с Бен Аффлеком и как его... И Морганом Фрименом. Да. Совершенно фантастические люди, потрясающие просто. Очень умные, очень добрые, очень, очень славные и прекрасные артисты. Вот. Тоже в 100-миллионнике в Канаде. И там тоже я играл советского этого самого генерала, естественно. И вот представьте себе, опять же, какова схема оплаты. Опять про деньги. Опять про деньги. Но это очень... Ну, вы знаете, что это совершенно... Да. У меня нет никакой жадности к деньгам. Я слушаю. Но... Из 100 миллионов долларов, 29 миллионов долларов получил Шон Коннери, то есть уже получил Бен Аффлек. Морган Фриман и Бен Аффлек, да. Но в первый же уикенд показа только по Америке,
наш фильм «Sum of all fears», называется «Сумма всех страхов», получил 3 бюджета. Только за субботу и за воскресенье. Ну да. А представляешь, сколько еще по третьим странам, по вторым, по третьим, по четвертым, и сколько еще там всего навару будет. Вот, вы знаете, вот да, мы, в принципе, у нас есть традиция, когда гость загадывает нашей золотой рыбке, дяде Володе, какое-то желание. Я уже понял, что ваше желание будет про деньги. Нет, 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 нет. Никаких денег нет. Никаких про денег нет. Я просто от себя хочу вам пожелать выставок новых. Новых да. стихов да. ну, и новых ролей. И оставайтесь таким, каким вы есть, прекрасным нашим Джеймсом Бондом. Спасибо вам. Спасибо вам.